Сейчас вы можете наблюдать за круговым настроением лисы. Круговое, потому что она вокруг меня нарезает круги. Ну, либо не наблюдать, потому что круги слишком большие. Эй! Так, всем, кто будет спрашивать, собак я уже гладил, да, потому что собак гладить рядом с лисой невозможно. Ну, это крик, шум, а вот она. Алиса, давай домкрат врубай. Да, ой, красивая, нет? Все. А, подождем. Прошло это только пару минут. Ну, хватит уже убегать, иди сюда. Я тоже тебя рад видеть. Но это не значит, что надо на дальней орбите вокруг меня летать. Ждем. Вот, все, спустя 5 минут, надеюсь, она успокоилась. Ты успокоилась? Это никому не известно. Алиса! Та-да! Падай уже, падай. Давай, падай. Падай. Нет, тут собаки. С ними не забалуешь. Только что вытащила из-под ноги у Макса. Вытащила кусок, закопанный ранее. И с истошным криком убежала. Не, я туда не пойду. Я знаю, ты меня ведешь поесть на кухню. Не-не-не. Алиса, пошли. Давай ты за мной идешь. Алис, пошли. Во. Ну. Вот это яма. Да, яму надо пометить. Белого надо на место поставить. Ну. Общаться не хочет. Только с белым. Ну иди сюда, иди. На поляну. На поляну играть. Смотрите, кто пришел в гости после дневного сна. Когда на улице дождик, Алиса весь день спит. А сейчас она пришла в гости. Видимо, только проснулась. На улице уже ночь. Но... Что такое? Делаешь вид, что ты домашняя? Беззвучная лиса. Как сейчас сказали, смазали. Хотя вечером еще не кормили ее. Ну, красотка. Позирует. И это значит, еще не проснулась. А вот уже вредность пошла. Алиса, ты такая вроде маленькая, а в тебе столько вредности. О, какие-то звуки. За ухом, за другим ухом почесать. Где больше всего нравится? Вот тут. Ну, шею, это самое главное. Почесухи лисы. Ты только мне как-нибудь мигни, когда ты захочешь меня куснуть.
там за несколько секунд хотя бы. Сделаем вид, что я убрал руку вовремя. Хорошая, хорошая. Когда спишь, никого не кусаешь. Посмотрите, какой шикарный хвост. А, вот. Чей хвост? Твой? Хвост трогать нельзя. Хвост — это национальная гордость. Раскабанела девочка. Ты завтра в клетку-то залезешь, чтобы ехать на прививку? Я не знаю. Таким размером талии. Да. И это называется «Не подойди». Алиса вообще просто не слышит. Вот так и пообщались. Побегала кругами на дальней орбите, погоняла собак и ушла. Эй! Рыжая! Давай, давай, возвращайся. Ну что ты? Нет? Куда ты меня ведешь? Ходим кругами? Тут у тебя тоже что-то заныкано, я уже понял. Дела, дела. Ну, кстати, парковка, как природа, быстро отвоевывает свое. О, мячик. У тебя мячик. Я думал, ты в мячики не играешь. А тут мячик настоящий. О, что-то первый раз вижу. А что там? О, кусочек заныт. Конечно, лучше, чем мячик. Так. Все? Знакомьтесь, это хвост. Не трогаю, не трогаю я тебя. Ложись. Говорят, у тебя блохи есть, зрители. Вот. Алиса проснулась, сейчас просыпается ее вредность. Алиса, дай погладиться. Ой. Курицу будешь? Курицу. Курицу. А? Ну, что такое? Ой. Как тебя с лисом-то знакомить, если ты такая вредная?
О. Ох. Все, до свидания. Нет, под стол залезла. Ну давай, иди сюда. Называется «До свидания, я ушла». Пока. Ушла? Нет, там же дождик. Еще раздумывает. Идешь, нет? Нет? Ну, кому хочется на дождь, ты идешь? Все, закрываю дверь обратно. Нет, открываешь? Все, пока, Алиса.